Oh.
No. No. С дороги! Прочь! Прочь! Охранять нашего неба! Держите! Я все сделаю! Задержите! Я все сделаю! Надо действовать аккуратно.
Тупица, что ты делаешь? Эй, что? Сдохни, тварь! Thank you.
О, что это с тобой?
Сбиться бы с пути.
Но! High position, Gere. Bededuk. Es nio Jedianch.
сожрет. Но! Хай позишн герек! Бедедук, а не хайет! Ха-амун! Сети ердеми эди! Сюда меня не пустят. Hmph.
세압된 태평맨! 야 возьму на время. Where are you? Ауэ хисачит. Ичарек хатеб. Гемуан сенев. Эчта, раним хэцебу. Ауэ сэпет. Нарсуча! Sane beb sep. Ерин! Фэгин! Сэм!
Эй! Папа, а как вы с мамой поняли, что нравитесь друг другу? Мое сердце загорелось пламенем. Она улыбнулась, и я стал таким беззащитным. Значит, улыбка — это знак симпатии? Сын, я многому могу тебя научить. Сражаться, читать звезды. Но этого наверняка не знают даже боги. Попробуй спросить у богини. Хатор – богиня материнства и радости. В Египте ее любят все, от мала до велика, покровительница Запада. Она встречает усопших в посмертии.
Поиски привели меня сюда. Знак очень старый. Это место помнит давние времена. Что случилось? Рядом смерть. Статуя Себека, хозяина Нила. Статуя Себека, хозяина Нила. Но этот символ... Статуя Себека, хозяина Нила. Но этот символ призывает Скорпиона, богиню колдовства Силкет. Дурные, темные чары. Бальзамировщик ушел, но инструменты здесь. Mm-hmm.
Думаю, саркофаг перевезли на Филуке. В это безлюдное место. Судя по всему, у мертвеца вырезали некоторые органы. Например, легкие. Эти убийства могли совершить только безумцы. На что надеялись те, кто пытался вызвать богиню колдовства? Но! Но! Держимся вместе! Держите!
Я все сделаю! Совсем рядом. Что ты делаешь? Похоже, этого человека убили. Надо разобраться. Держимся вместе! Сдохни, дерьмо! Догнать тварь! А вот, задержите! Я все сделаю! Нашего не оборонили! Вперед! Серапис, великий бог и повелитель солнца, кто нанес этот символ? Скорпион — это знак Силкет. Выглядит довольно зловеще. Thank you.
Крокодилы сожрали полтела бедняги. Но он был уже мертв. Его готовили к погребению, часть органов вырезана. По крайней мере, желудка у него нет. Стол в засохшей крови. Думаю, органы вырезали здесь. Но небрежно. Будто работал новичок. Этот знак. Это символ Силкет. Богини колдовства. Скорпион. Какой-то безумный обряд. Протест против воли богов. Кому? И зачем это нужно?